В Ульяновской области наращивают объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям страны. Яркий пример – Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде. Здесь применяются современные инновационные разработки, лечат по принципу единой комплексной мультидисциплинарной системы. С возможностями центра ознакомился полпредпрезидент ПФО Игорь Комаров. Особенность в чем? Что она готовится при 70 градусах. При этом дальше она попадает на лицо пациента, и она не отжигает. Более того, через минуту она уже готова. Она специально маркирована, каждая подписана. Это в том числе для оптимизации и ускорения процесса, чтобы каждый пациент знал не только пациента, но и доктора, и техника, которая с ним работает. Речь о фиксирующих устройствах, масках и матрасах. Они подбираются индивидуально и изготавливаются прямо на месте. Генеральный директор центра Юрий Удалов рассказал гостям о первом этапе, который проходит каждый пациент предлучевой диагностики. Компьютерную томографию делают, чтобы определить размеры опухоли. Ежегодно более 20 тысяч проходит здесь обследование лечения. Из них 1500 только высокотехнологичная помощь по линии ФМБА России. Отдельно выделяются квоты, в том числе на протонную терапию. Система протонной терапии – передовой метод лечения онкологии. В Димитровграде пациенты получают всю помощь в одном месте – от первой консультации до реабилитации после лечения. За прошедший год через радиологический центр прошли пациенты 76 субъектов страны, а также союзных государств. Игорь Комаров дал высокую оценку центру и помощи, которую может получить любой житель России в рамках государственных гарантий. Анна Тищенко, Улправда ТВ.